впервые получил специальность летчика-штурмовика. Выполнял задание коммуниста. Наша группа нанесла неожиданный удар по самолетам противника на Полтавском аэродроме. Была дана команда «Конец атаки». И тут три вражеских мессера окружили меня. Совершил 203 боевых полета. 14 раз горел в самолете. Трижды меня сбивали над занятой врагом территорией. 13 апреля 1944 года в боях при освобождении Крыма мне было присвоено звание Героя Советского Союза.